влітку ми носимо відкрите взуття, а іноді можемо дозволити собі бути навіть без нього. І хочемо, щоб наші ніжки були гарними, здоровими. І нігті на ногах так само. Сьогодні будемо говорити про догляд за нігтями і за нашими стопами з Анастасією Носенко, подологиною. Я знаю, що ви багато років займаєтесь цією справою. Дуже вдячні, що ви прийшли до нашої студії. Тож, ніжки хочеться, щоб завжди були здорові, гарно виглядали. Та влітку треба спеціально за ними доглядати. Да, нужен действительно уход, но если мы говорим об открытой обуви летом, то здесь есть свои и плюсы, и минусы, скажем. Почему? Потому что из минусов действительно кожа требует ухода. Она всегда требует ухода, и в зависимости от типа кожи. Летом ее нужно увлажнять чуть больше, потому что она может пересыхать, имеет такое свойство. Но в открытой обуви есть и свои плюсы, потому что, например, в закрытой обуви достаточно часто есть факт давления из-за деформации стопы, и поэтому очень много проблематик, которые связаны с ногтями, такие как анихолизис, когда ногтевая пластина отслаивается от ногтевого ложа, а впоследствии уже присоединяется микоз, ну, грибы, да, грибковое поражение, то летом как раз с этим намного проще, потому что нет никакого давления. Угу, так, ну, треба розуміти, що влітку наша шкіра, вона вимагає додаткового зволоження. Якщо ми будемо постійно її зволожувати кремами, наприклад, так, то п'яти не будуть тріскатись. Але трапляються такі випадки, коли ми часто походимо босі, чи там, може, на морі десь побутимо довше, аніж ми буваємо вдома, так, то, звичайно, ми бачимо варіант інший, гірший, і дуже швидко починають тріскатися п'яти. Як зарадити, чи є якісь засоби, які можуть допомогти, може, народні способи? На самом деле, очень важно будет здесь именно увлажнение. То есть мы работаем, я практикую подологию там, в течение 5 лет, и мои клиенты, когда приходят, есть клиенты, которые пытаются самостоятельно убрать этот гиперкератоз, эти натоптыши. Но убирать их не нужно. Самый большой эффект будет тогда, когда действительно кожа будет просто увлажненная. Убирать гиперкератоз и трещины достаточно 1 раз в месяц, потому что в течение 30 дней клетки кожи возобновляются. Поэтому очень важно будет именно увлажнять. Касательно кремов, здесь важно смотреть на состав, потому что хороший увлажняющий крем считается тот, у которого в составе есть мочевина до 15%. Uh-huh. Если мы говорим именно о трещинах, то на трещины будет хорошо работать крема, у которых в составе есть медицинский вазелин, он будет затягивать трещины. А вариантов таких кремов может быть очень много. То есть начиная там от производителей Германии и заканчивая вот нашими украинскими производителями, ценовая политика может быть там от 30 гривен и до 500 гривен. Щоб склад був такий, а він вже працює. Ну, можливо, все залежить від виробника, наскільки він якісно підібрав склад інших складових, так, і ми вже бачимо, що буде працювати краще. Не один компонент, а в парі з іншими, там, чи коли це їх багато, то справді варіанти можуть бути різними. І треба слідкувати, треба дивитися, що буде з вами. Гриби. Ось вже почали ви говорити про таку інфекцію, коли є така проблема, і люди починають шукати аптечні засоби, які допомагають, не розібравшись, що насправді відбувається з їхніми нігтями. Подивившись в інтернеті, як це виглядає, одразу купують. І така проблема є. До подологів, на жаль, звертаються менше, аніж хотілося б. Но в итоге все равно приходят. Так, але ж поздно, можно это сделать было раньше. Так. Да, это правда. Очень важно касательно, если мы видим в принципе какое-либо отслоение ногтя, от ногтевого ложа, оно могло быть травматическое изначально, но у нас образуется полость между ногтем и ногтевым ложем, куда попадает влага. А впоследствии во влажной среде очень хорошо размножаются все микроорганизмы. Поэтому для того, чтобы подобрать правильное лечение, очень важно изначально подготовиться к забору материала, в течение 14 дней не покрывать ногти лаком, гель-лаком, не использовать никаких противогрибковых средств, сделать правильный забор материала и сдать анализ. Анализ на бак-посев. Что делает лаборатория в этом анализе? Они в течение 14 дней выращивают нам определенный вид гриба, который там есть, и показывают его чувствительность к лекарственным компонентам. И только когда мы имеем вот этот развернутый результат анализа, только тогда
мы можем понимать, какое будет правильное лечение, то есть какие компоненты будут работать в этом случае, а какие нет. Потому что нельзя говорить о том, что какие-то препараты не работают. На самом деле они работают все, их нужно просто правильно подобрати. Угу. Можливо, це не той був препарат, який міг би вам допомогти. Звичайно, так. А в іншому випадку він буде працювати. Да. Ось з приводу таких проблем, з якими люди зіштовхуються влітку, то до подологів, мабуть, приходять часто, так? І влітку стає відвідин більше. З якими саме, з якими найрозповсюдженішими проблемами приходять до вас люди? Я бы не сказала, что в нашей профессии есть какая-то определенная сезонность. На самом деле к нам приходят круглогодично. Летом, наверное, больше приходят для такого профилактического педикюра, более эстетического, скажем так. А касательно работы с какими-либо проблематиками, да, мы работаем с ними круглый год. И наоборот, даже есть некоторые клиенты, которым морально намного проще лечить ногти зимой, когда есть закрытая обувь, чтобы к лету они уже были готовы. Так, ясно. Але все одно, мені здається, що от для проблем не може бути сезонності. Якщо у вас вона є, то треба бігти, не чекати, чи зими, там, чи літа, я не знаю, бігти і вирішувати. Які моменти вирішуються лише у кабінеті подолога і не можна ні в якому разі їх відкладати на лікування вдома, в домашніх умовах? Снова-таки, я думаю о том, что это мы можем говорить как раз-таки о микозе, да, о присоединении грибковой инфекции, потому что очень важно ее правильно диагностировать. На самом деле подолог не назначает лечение. Лечение назначает врач-дерматолог. Мы всегда работаем комплексно в паре со специалистами. Угу. Поэтому правильно нужно диагностировать, потому что клиент действительно просто потеряет какое-то определенное количество времени, немножко эта ситуация может ухудшиться, и мы просто потратим на лечение большее количество времени. Мы работаем также с вросшими ногтями, с деформированными ногтями. А від чого такі проблеми? Це незручне взуття? Я бы сказала, что здесь будет и неудобная обувь, и деформация стопы, потому что, ну, если говорить о стопе человеческой, на ней есть определенные три толкательные точки, на которые приходится вся нагрузка, когда человек ходит. И между этими точками есть три свода, которые такие арочки, которые держат нашу стопу и распределяют правильно нагрузку. Со временем, к сожалению, у многих людей эти арочки деформируются, просаживаются, и так появляется плоскостопие. Да? Соответственно, когда стопа была собрана в арку, и когда она распласталась, она стала немножко шире. Обувь остается прежней, прежнего размера, и появляется давление. Поэтому проблемы вросшего ногтя, деформированного ногтя, они могут связаны быть либо с деформацией стопы и уже впоследствии узкой обувью, или же это может быть чаще всего, наверное, в 90% случаев это неправильно срезанный ноготь. Ну, ось так, справді, може бути і так, коли людина неправильно зрізає. Тобто кінчики нігтя треба дуже зрізати чи залишати? Ноготь всегда должен быть ровным. У него могут быть, в зависимости от анатомической формы ногтя, у него могут быть действительно углы, которые могут мешать человеку. Их можно закруглять, но закруглять их можно только в видимой части. То есть ни в коем случае ноготь нельзя зарезать вовнутрь. Угу. Тільки там, де є вільна частина нігтьової пластини, яка вже відростає. Так. Ось те, що відростає, можна зрізати, а те, що не відростає, ні в якому разі. Ну, це вже, я думаю, всі знають, але все ж бувають випадки, коли так дуже хочеться там підрізати, я не знаю, чоловіки, мабуть, часто так роблять, або і жінки, якщо це на ногах, наприклад, так хочеться прям на тих пальцях, які постійно активно десь зіштовхуються з взуттям, так, і особливо бокові частинки, от якраз там, мабуть, через тертя і відбувається така проблема. Але можна вирішити, якщо дуже ретельно ставитись до цього. Зараз, тим більше, така є вірогідність придбати будь-яке взуття. Можна купити ширше, вужче, можна ходити не обов'язково на підборах. Тобто, ну, є варіанти для людей, і мені здається, що чим зручніше, тим краще. Да, и очень важно то, что на сегодняшний день уже есть ортопедические клиники, которые могут изготавливать
стельки индивидуальные, конкретно под стопу человека. То есть человек, когда приходит в эту клинику, они проходят диагностику в статике и в динамике. В динамике клиента просят ходить по специальной дорожке, специальный компьютер считывает каждый его шаг и смотрит, как распределяется нагрузка, правильно или неправильно. И уже индивидуально, исходя из вот этой диагностики, изготавливается стелька. И эту стельку действительно можно переставлять из обуви в обувь. Угу. Она будет собирать свод, будет держать стопу в правильном положении. Так, зараз є багато варіантів, і навіть люди, в яких є там вальгус, наприклад, так, чи там пласка стопа, то вони можуть не мати взагалі ніяких проблем. В них є спеціальні стільки, які можна носити, вкладати в будь-яке взуття, просто приміряти, щоб там той сантиметр був трошки ширшим. Так, звичайно, що треба приміряти, тому що це теж залежить від того, залежить зручність, і як ви будете ходити, як ви будете ставитися до усього, що є навкруги. А хода – це найперше, ми хочемо зручність. І зручність, вона допомагає лише тоді, коли ми правильно мислимо, в правильному напрямку. Влітку пітніють ноги. І часто пітніють більше, ніж це відбувається взимку, там, чи навесні, наприклад. Ось таке частіше потовідділення. Чим воно спровоковано і чи можна його лікувати, і чи потрібно? Можна, я думаю, що потрібно це робити. Чому? Тому що на самом деле повышенное потоотделение, мы говорим, это гипергидроз, он на самом деле мешает в устранении других проблематик. То есть, когда мы говорим о вросшем ногте, когда сам по себе валик достаточно мягкий, кожа, то ноготь его будет намного быстрее ранить. А когда мы говорим о лечении грибка, влажная среда – это как раз то, от чего нам нужно избавляться при лечении. Поэтому с гипергидрозом можно работать. Мы работаем в нашей практике либо спреями. Опять-таки смотрим состав на основе фарнизола, потому что фарнизол будет подсушивать стопу. Или же я очень люблю работать с пудрами. Пудры, в которых тоже есть в составе фарнизол, они и подсушивают, и что самое важное, они абсорбируют всю влагу на себя. Поэтому действо их достаточно хорошее. Угу. А чи є народні засоби? Часто люди вдаються до засобів, які можна придбати просто в аптеці, прийти, наприклад, купити збір трав і заварити вдома, і зробити ванночку, наприклад. Чи є у вашому арсеналі і такі поради? Да, ну я скажу, що на самом деле ми о них знаємо, але ми їх не практикуємо. Тому що дійсно можна починати з самого малого, це просто стопу обрабатывать спиртосодержащей жидкостью. На сегодняшний день все знают, что такое антисептики. Да, действительно, спирт будет немножко подсушивать стопу и так будет уходить гидроз. Можем пересушить, поэтому здесь тоже очень аккуратно нужно. Раньше так действительно делали, подсушивали стопу и обязательно пользовались увлажняющим кремом, то есть, чтобы не допустить пересыхания кожи. А есть, я знаю, из народных методов, это ванночки на настойке коры дуба. Они я тоже... как раз про это тоже хотела сказать, еще кора дуба, она... Ось саме так працює, трошки легше стає. Да, підсушує. Но вопрос тільки в тому, що 21 век, є много других альтернативних средств, которыми пользоваться буквально можно в течение 30 секунд, да, что не усложняет жизнь. Поэтому я вижу достаточно мало случаев, когда используют ванночки. Угу. А, ну, може, ванночка, знаєте, як для таких вже заморених ніжок, коли можна прийти додому, там налити теплої води, туди капнути трошки крапель якоїсь олії, наприклад, то це стимулює і, можливо, дасть нам більше можливостей для відпочинку, будуть стопи легшими, не так буде відчуватись втома і, насправді, і сон може бути кращим. Тобто, як варіант, наприклад. Як варіант, наприклад, так може бути. Я з цим согласна. Настя, а от якщо ми керуємося тими лікарськими вашими засобами, ну, я маю на увазі, медичними, так, то ми можемо взяти до уваги декілька профілактичних заходів, які потрібно робити влітку. Тож, хочеться про вас зараз це все запитати. І, ну, скажіть, будь ласка, чи потрібна профілактика, чи вона нам необхідна? И в литку особливо. Чи можно без цього обійтись? Я бы сказала, что прежде всего самая основная профилактика, которая должна быть, это звучит, возможно, удивительно для кого-то, но
мыть ноги. Очень важно мыть ноги, и самое важное – вытирать ноги насухо, потому что по тенденции, так как я общаюсь с клиентами, да, и напрямую задаю им этот вопрос. А как вы мыете ноги? Расскажите, пожалуйста. Они говорят о том, что чаще всего как, особенно мужчины, как они моют ноги? Они моют голову, все, что стекло, отлично, точно так же голова вытирается полотенцем, и ноги, в принципе, не вытираются, в тапочки и пошли. Вот это вот максимально неправильно, но, к сожалению, это действительно, наверное, 50% делают точно. Ноги нужно... Женки більш ретельніші, так, вони все витирають. Ноги нужно обязательно вытирать, и нужно вытирать обязательно межпальцевые промежутки, потому что на самом деле именно так вы тоже будете избегать гипергидроза. Поэтому... Бактерий будет меньше, так? Бактерий а звідки будет... вони з'являться? Якщо навіть там волога якась залишається, ну, вона висохне, не знаю, там, якщо тепла підлога. Бактерии могут быть везде. Почему? Потому что, опять-таки, я всегда говорю о том, что мы живем в мире бактерий, не они в нашем, поэтому они нас окружают, с этим фактом нужно смириться. Вот. Но, по крайней мере, если не будет влажной среды, будет уже намного проще и легче. Поэтому обязательно ноги моем, обязательно ноги вытираем. Можно пользоваться всевозможными спреями противогрибковыми в качестве профилактики. То есть, если вы посещаете, к примеру, бассейн, посещаете пляжи, да, спортзалы, вот, спортзалы вы можете пользоваться спреями, они будут защищать. Также есть спреи, которыми можно обрабатывать обувь, то есть проводить антисептическую, того, да, антисептическую обработку. Є такі, так, звичайно. А як правильно? Ну, от, наприклад, ви займаєтесь, наприклад, в зал ходите, так, і у вас є кросівки, чи там може бути взуття спеціальне, тренувальне, яке використовується постійно, і, ну, немає такої можливості кожного дня прати його. Але ж ми знаємо, що пітніє і все решта. Чи можемо ми бризкати, наприклад, оте взуття, чи воно потім не залишить там вологу? Нет, не оставят там влаги, обрабатывать можно, эти спреи достаточно хорошо и быстро испаряются, причем раньше вот такие вот антисептические спреи, они были, так скажем, немножко другого поколения, ними обрабатывали обувь, и по инструкции обязательно нужно было обувь завернуть в пакет, то есть чтобы это было герметично и оставить там, к примеру, на сутки. На сегодняшний момент спреи работают очень быстро и достаточно эффективно, то есть достаточно просто побрызгать, подождать в течение 5 минут, пока он испарится, и можно пользоваться обувью. Все. Так, Настя, а ніжки також треба обробляти. Якщо ми ходимо, наприклад, от як ви казали вже, так, до зали, то можна взяти або спрей для взуття, або спрей для ніг, і ноги таким чином ми обробляємо. Да, самое важное – это разбираться, опять-таки, смотреть на состав, да, что для чего, потому что это точно так же, как и в сейчас в момент пандемии, когда мы начали все пользоваться антисептиками, да, очень многие пользуются антисептиками, несмотря на их состав. Важно понимать, что антисептики, которые предназначены для обработки рук, они будут спиртосодержащие, антисептики, которые предназначены для обработки поверхности, они будут хлоросодержащие. И если мы хлоросодержащие нанесем на руки, то мы можем себе впоследствии сделать, к примеру, тот же самый химический ожог. Поэтому все то же самое касательно обработки обуви и обработки кожи. Просто смотрим состав. Так, для взуття вона може бути агресивнішою, звичайно. Настя, я вам дуже дякую, що стільки варіантів ми розглянули. Все, ось і те, що стосується літа, і відпочинку, і активного відпочинку, бо ми говорили і про спортзали, і про ті ймовірні проблеми, які можуть бути з нашими ногами та нігтями. І так сподіваємося, що люди таки прислухаються і будуть слідкувати за здоров'ям і своїм, і здоров'ям своїх близьких. Тож, дякую вам, дякую Центрові громадського здоров'я за те, що ми сьогодні ось про все це поговорили. І всім бажаємо лише здоров'я. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.